Конструктор Portal. Это игра от Portal, от портала. Кто не знает, кто не играл в эту игру, это портал. В общем, сегодня я буду проходить эту игру. В общем, портал. Вот такая вот игра сегодня. Сегодня в нашем выпуске. Сегодня. Так. Так как я только что загрузил эту игру, и я пока что не знаю, что здесь делать и как вообще здесь, что делать вообще. Поэтому мы сегодня это все сделаем. Выбрать уровень, я не знаю, что здесь выбирать. Человечки, это вышли. Так. Сейчас посмотрим, может, здесь мультик. Так, есть ли другие вакансии? Да, да, во имя науки. Так. Есть ли другие вакансии? Так. Но. Так. Я не знаю, что происходит сейчас. Ладно. Так. Окей. Нам дали шляпу, окей. Нас приняли на работу, все. Я не знаю, что сейчас будет. Окей. Так. Погнали. Так, что здесь надо делать? Как мы уже поняли, здесь нужно построить мост. Hello, and welcome back to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Понятно. Дальше. According to internal provisions, all applicants must come to the enrichment center. Your first Разберусь. Task is так. to build a bridge so that a test vehicle can reach так, the test построить мост нужно. Так, окей. First we need to remove... Так, нас тут научат сейчас строить. Так, что сделать-то надо? Excellent. Так, мы убрали. Your ability to destroy without question is quite impressive. Так, сейчас разберемся. Next, так. We will supplant a new construction using Aperture Science convertible scaffold planks. Так, нажимаем сюда. Сюда, тогда сюда. Сразу. Все. Типа. А, сюда еще. Сейчас сделаем. Так. Еще. Здесь. Так вот. И вот так вот. The bridge всё. Still requires a roadway мост готов. For the test vehicle to drive мы его on. Сделали, наконец-то. Fortunately, each Aperture так. Science convertible scaffold plank can окей. be converted into a roadway and vice versa. Окей, так. Так, что здесь дальше делать? Так. По компонентам, чтобы превратить его в дорожный полностью. Так. А, понятно. Very good. Так. Let a test vehicle run over your bridge так. to test it. Сейчас сделаем. А как его сделать? А, все. Сейчас проверим, насколько мост у нас прочный. Так, действительно, да, в портал они въехали. Действительно, все работает. Окей, у нас есть какая-то кнопочка. Сейчас я... здесь можно еще проверить. Проверить несколько. Да, действительно, проезжает несколько машин, и они реально проезжают. Интересно, реально. Так, далее. Так, здесь что нам надо сделать? Как мы уже поняли, здесь нам надо... Да, я понял. Это я понял, что надо... Так, удерживать, так, когда нужно... Это что мы должны сделать? Сломать? Наши человечки. Так. Так, это получается нажать сюда. Удержите на желтой точке. Пока не включится режим перемещения. Ну. А, вот. Так вот. Да, вот так вот делаем. Это мы немного сюда делаем. Все. И здесь надо. Так, может я что-то неправильно что-то сделал? Вот, все. И это сюда.
Все. Very good. Now build the supports. Так, теперь underneath. Я понял. Все. Excellent. Так, окей. The first bridge is ready. Now we will construct a vehicle ramp for hurdling to the exit. Так, давайте, давайте дальше. Так, что нам надо взять? Так. Все. И получается здесь, до сюда. И осталось... Так, и так. Все. Возможно, еще отсюда можно до сюда, но это не точно, я не знаю. Развалится ли мост? Или же он будет держаться? Но все же... Все же давайте попробуем. Все же попытаемся это сделать. Так, великолепный мост готов. Его можно, наверное, уже испытывать. Нет? Нельзя? Теперь мы построим пандус. Что делать надо? Не понимаю. Так, я что-то не понял. Так. Мост готов. Теперь мы построим пандус, чтобы можно было съехать с моста. И... Такого сделать. Не, я шучу. Пандус. Такая, что ли? Так. Надо разобраться, что от нас просят. И вообще, правильно мы ли все сделали? Как удалить предметы? Что я забыл? Может, там где-то надо сделать? Я уже просто не понимаю. Готово 6. Так. Съезжает здесь, у нас здесь показывает, куда мы должны сделать. Так, это мы сделали. Так, здесь. Так, здесь мы сделали. От этого должна подходить эта штука. Мы ее... Так. Вот как удалять? Я что-то забыл как. А, ясно, ясно, я понял. Я понял, как удалять. Все. Сейчас заново построим, ща. Ща. Так. Это до сюда. Это до сюда. Это до сюда. Так. 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 Окей. Так. Так. Как переключиться, я не знаю. Теперь мы построим пандус. Как его построить? Вы мне скажите. Может, я чего-то не понимаю? Как его построить? Объясните. Потому что я уже не понимаю, как его построить. Это сложнее, чем я думал, ребят. Это я не знаю. Здесь вроде все, чтобы можно было съехать с моста. Ну, так. Здесь. Все. Thank you.
здесь. Примерно здесь. Получается, тогда сюда. Здесь. А, ясно, 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 я понял. Я понял, что от нас хотят. Все, ясно. Так. Погнали. Че, вроде все нормально. Так, все, я разобрался, ребят. И как раз пусть все едут. Все, действительно, они все проехали. Да? Так, все, я разобрался наконец-то с этим. Так, окей. Что здесь опять от нас просит? Так, это понятно. Это читать не надо. Сейчас построим, а что надо строить? Так. Да заткнись ты уже, достал это меня. Так. Окей. Мы строим сначала эту дорожку. Строим мы сюда. Сюда и сюда. Здесь пока что все. Здесь мы уже построили, можно спокойно сделать дорожку. Все. Мы теперь сделаем. Задолбал, замолчи, да? Я тут главный. Что сделать? А, ясно, 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 ясно. Так. Perfect. Now send the vehicle through the portal. Да замолчи, я здесь главный на канале, ты что? These intradimensional gates have been proven completely safe for custodial staff. Поехали. Да, ну, нормальный, в принципе, мост. Все. Please note, to protect valuable testing apparatus. Да я понял, вы мне не дали построить ни хрена. Я понимаю, да. Так. Нет, ты что? Вот эта вот штука. Давайте как-нибудь, я не знаю, так. А, ну ладно. Пока что без шуток, попробуем просто. Как это будет выглядеть. Так, это сюда. Вроде все. Погнал. Нет! Стой! Как его обратно? О, fuck you. Нет, 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 нет! Стройка. Почему она свалилась, я не понял. Так. Ладно. Теперь все нормально. Во, твою мать. Ладно, ладно. Я пока что только учусь это делать. Так. У нас осталось это. Все. Теперь не должно ничего упасть. Но все-таки. Нет! Нет! Почему? Так, окей. Ладно, ладно, сейчас сделаем. Так, получается, это не нужно. У нас все это будет на этой. Пример вы поняли, короче, ладно. Это уже понятно, что мы будем делать сейчас.
От этой еще можно? А, да, есть, можно. Действительно. Все? Сейчас, да, все работает, да. Я думал, сейчас что-нибудь еще произойдет. Не то. Блин, там дороги нет. Точно. Да ладно. Все, поехал. Все, все теперь четко, нормально. Тестировали дорогу. Да, действительно, он проехал, нормально все. Проехал, да. То есть все вы поехаете, съездите. Все машинки. Поехали. Все. Так, с этим все понятно. Мы разобрались, и вроде бы ничего из этого сложного нет. Да все, я понял, все. Сейчас подумаем. Что здесь от нас просит? Так. В смысле? Да ладно. Сколько порталов теперь, смотрите, во. Это столько порталов разных. Ладно, порталы. Сейчас мы их будем строить. Итак, строим мост. Если же, давайте обдумаем. Если у нас идет мост куда? Если он идет туда. Так, он появляется там. Значит, он появляется там. Да, действительно, это правильно. Так, идем в синий. Получается. Так. Сразу же делаем дорожку. И делаем здесь. Если я, конечно, не ошибаюсь. Так, все нормально. У нас, просто так, если подумать, у нас пройдет он сюда. Он появляется здесь. Значит, здесь мы уже дорожку делаем отсюда. Делаем в ту штуку, в которую он приедет. Так, тоже делаем. И получается, что по вот этому порталу он появляется здесь. И как раз здесь мы построим, и он пройдет. Потому что если я пойду туда... то он просто неправильно пролетит. Поэтому это неправильно будет. Так, здесь у меня все построено вроде бы. Нормально? Так, здесь осталось... Или нет? Ну ладно. Все же, давайте сделаем. Вдруг все-таки он сломается. Так, и последний. То, что у нас осталось, это сделать здесь. А здесь мы уже не можем сделать. Здесь мы не можем сделать, как так? В общем, загадка. А как сделать-то? Через портал нет, не проходит? Нет. Так. И что делать? Как сюда-то попасть-то, блин? Он попадет. То есть он проедет здесь, он появится здесь, переедет сюда, и получится, что он попадет сюда. Но как здесь построить, чтобы здесь было так? Я не понимаю. Это надо разбираться прям. Ну понятно, что эксит. Так. Может он должен как-то... Я не уверен. Все же вдруг там магия какая-нибудь произойдет, я не знаю. Давайте. Это нормально, он едет туда, давайте. Он перепрыгнет! Вот он, наш герой. Он перепрыгнет! Понятно теперь, почему там не поставили эти штуки, потому что он по-любому перепрыгнет. Так, он перепрыгивает и спокойно туда заезжает. Да, действительно, это все прошлось. Давайте колонию пустим. Из машин. Да, они все туда полетели, то есть... Я-то думал, что-то сложное будет, они там будут падать, но нет, все-таки не пролетят. Так, в смысле? Я сейчас не понял, что произошло. Ну, ладно, это не важно. Они куда-то туда спрыгнули. Ну, не важно, ладно, это не самое главное. Главное, что мы прошли. Все же мы прошли этот уровень. Так, следующий уровень, давайте, пятый уровень.
Так. Это мы сейчас разберем эту хрень. Так. Если они выезжают отсюда, это понятно, что здесь... А, ну здесь дорога есть. Ясно, понятно. Так. Они выезжают здесь, появляются здесь, и получается здесь они по желтой хрени попадают сюда, а здесь они попадают сюда. Это очень довольно-таки просто сделать. Давайте это сделаем. Все, а? Делаем дорожку. Так. Теперь делаем здесь. Что-то уровни какие-то вообще изичные попадают. А, ну немного неровно, ладно, сюда. Так, извиняюсь. Так, сюда. Так. И получается, что все нормально. Может, я что-то не доработал, не прочитал, но вроде все. Нормально, то есть. Возможно, мосты немного не такие, какие должны быть. Но все же нет, по ним можно проехать. Что-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Один-то проехал, а вот калывание как проедет. Вот это вот самое главное. Так. А вот здесь вот уже надо подумать, как это сделать. Значит, получается, здесь надо сделать как-нибудь. Какие-нибудь. Так. Если. Один-то проедет, это ясно, понятно уже, что один проедет, а остальные. Очень интересно. Давайте тогда здесь что-нибудь построим, я не знаю. Какую-нибудь постройку, что ли. Так, здесь. И это все сделаем вот этими вот фигнями. Так, и здесь также. Возможно, я что-то не продумал. Ну ладно. Проверим, во всяком случае. Одну пустим тогда. Пока что. Нет. Один вообще сломался просто. Нет, 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 стой, 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 ты сейчас. Охреначишься. Нет. Это уже сразу. Нет. Так. Здесь получается сразу неверно. Здесь я не знаю про неверность, но. Ладно. Так, получается, здесь мы строим до сюда, и это строим сюда. Вот, хорошо. Все хорошо. Все вообще шикарно получается. И тогда получается эта штука не нужна. А здесь мы просто строим такую, получается, штуку. Это получается сюда. Вот действительно хороший мост. Извиняюсь, не та. Вот. И здесь также. Все. Может еще для самой такой. Нет, не получится. Может здесь получится? Нет, не получится. Ладно. Проверим, как получится. Ладно. В общем, здесь у нас получится. И мы действительно у нас успех. И мы сейчас продолжим это делать.